Вот это тебе трактор, бляха-муха. Решето вообще ни одного стекла не осталось. Стекло-то одно разбил, ты не пизди. Да вы сами потом сознались, блядь, ебать, что ты пи***ешь? Ты что там командуешь? Я тебя не пущу. Моя очередь, ебал. Дай покататься. Одна пьянь кругом, опять стекла потеют. Вот именно, что ты залез, блядь, и потеет. Ну именно. Ты уж забыл, блядь, как пахнет. Не могу прям, блядь. Да ладно нахуй. Просто не попадал нихуя, блядь, в эту, блядь. В клею чаву, блядь, и хуяришься, блядь. Ну, блядь, прям пиздец. Я поедем через два дня, блядь. Поехали через Ухло, Мишка. Почему? Я сейчас по кружению охот ехать. А забрал. А зачем нам ее? А, нас... а кому тебе? А потов-то открыт, наверное, да? А тебе надо? Да. Да парень, потов открыт нам все равно. Да, половину уже, да? Половин есть, да. Ну поехали, кот. Блин, гололед такой страшный, меч. Опять это... возить, блядь, пизду заебал, да. Че? Ну, гололед. А, гололед, да. Хреново. По порядку пойдем. О! Ласточка. Не ругайся, хороший трактор. Охуенный, блядь. Датчиков нихуя нету. Сейчас Олег починит. А что делать? А теперь палец в насос суй. А что ж не делать? Тыкать. О! Что у вас, трамблер отсырел? Он льет, а я на кран гляжу. А ты куда ж бензин льешь-то? Вот сейчас заведу, а потом в бак. Горячий привез из дома, да? Ага. С 5 утра, блин, топил. А что мне топить? Ты знаешь, тебе у тебя там все цивилизация. Не скажешь, что в деревне даже живешь. У меня, бля. В городах так не живут, как ты живешь. Что холодно, что горячий бесплатный. О, да вообще, я че. У меня контур, блядь. Ну, не знаю, он открыт, закрыт. Что, думаешь, замерзший, что ли? Кого? Да он вот, раз я его тоже шатал, он немножко это, да, вон текет. Пошла. Он и был, блядь, закрыт почти нахуй. Ну, а не хватило воды, да? Хватило воды. Не, на коллектор полить. Да. Да мне кажется, он так запустит, дядь Федь. Ну и нахуй, лучше полью. Да? Она... Вообще торопиться некуда, пока это они приедут еще. А то она, блядь, это свечи закидывает. Борисыч! Ты там на поворотах поаккуратнее!
блядь, не скидывай, а то, блядь, меня разворачивал тут раз, да. Особенно, да, на мозгах поворачивать, прям поаккуратнее, блядь. Не слышу даже ни хера. Нет, за 5 минут. Что, все, пора сменять поршневые. Серег, сегодня будешь разворачивать трактор? Я Мишку пошел предупредил на всякий случай. Говорю, блядь, скидывай там. Да скидывай, я вот скинул, Надь, когда один хер. Там покатан дорога была. Это летний, что нет. Ну да. Вот это да. Вот это трактор, бляха-муха. Куда он едет к тебе? Это не трактор у тебя так, да? Прохлевай. Прохлевай, я понял. Часы нарабатывают. А, ну да. Это. Я тоже в интернете видел. Вот вывесил с нами. Да, да, я сам скинул. Я тоже видел. А у тебя что, погрузка, Максим? Да? Там будешь? Это все под навесом? Вот на этом на машине остался, сверху. Вчера под навесом был, а сейчас я не работаю. Ничего эксцессов больше не было с этой навеской? Пока нет. Сказал, вот где трактор стоял, вот отступить, вот по этой вот, вот по этой вот трещине, вот шов идет, во, вот по этому шву, дядь Федь, во. Вот по этому и шву. Вот оттуда начать, говорит, вот где трактор стоял, прямо оттуда. И сюда. И сюда вот, наверное, длинник, что ли, не знаю, ну вот ну, тот рулящий сейчас. А, ну вон этот. Дневальный, да. Который, да. Ну все, товарищи, я вас приветствую, а то не поздоровался. Утро, 17 декабря, легкий морозец, градус 2. На день плюс 2 передают. Погода у нас такая, особенно зимняя. Вчера дождь со снегом шел. Все, ребята уехали. Время где-то без 20, наверное, 9. Нет, даже 30 минут. 9-го. Будем ожидать. Привоз удобрений 250 тонн, я повторюсь. Вроде бы планировалось завести пока что. Я думаю, это не последнее удобрение. А то на два хозяйства что-то 250 тонн, это вообще маловато. На 3,5 почти что тысяч гектар. Ага. Да. Сейчас, он стеклопакет прикрутит, подождите. Ага. Жалюзи. Что, думаешь, замерзнешь? Сквозняк. А мне кажется, это тебе гаишники тормознут, у тебя светопропускаемость плохая вообще. Они как за тонировку. Тонировку снимают. Как... Пленку отдирай, хули она пленкой нахуй. Это он их тормознет. Вот так подымет и пошел. Ага. Да не нахуй. Чё, это, наверное, не с этой стороны. С этой. Наверное, он выдох, клок. А тут клок нет, выдох наступил. Ты уже третий оборот сделал, дядь Федь. Будет. Да. Что не был, тот будет. Кто был, не забудет. Надо шуруповерт нести, дядь Федь.
Дом взял. Ага, все понял. Да иди там целый рулон еще здесь, отрежься кусок. Это Леха виноват. Леха, как всегда, Леха, блядь. А Леха разбил. Да что, еще Леха возьмет. Как в Англии, с ружья ебал. С ружья, блядь, как дал. С ружья ебал, тут, блядь, решето вообще ни одного стекла не осталось. Стекло-то одно разбил, ты не пизди. Да вы сами потом сознались, блядь, ёпта, чё ты пиздишь-то, блядь? А мозг красный. Стреляли, блядь. Я говорю, чё ты, блядь, лобовой, в оп ты вставлял бы, блядь, ебать тебе. В оп повесили б нахуй пропилен, ебаный. Вот голову в люк, голову в люк, нахуй, слышишь, как в танке, нахуй, вот так. На тебя лупу надели, и ты ездил бы, блядь. Бляха, муха. Лёг. Ты зачем хулиганишь, да? С комбайна пострелял, блядь. Стекла бьет на технике, ёпарасты. Пошли чай пить, ладно. Когда это они приедут, ребят, теперь? Еще неизвестно, там 9 только ран, может, запустит, погрузчик. Я и обед с собой взял, Лёв. Я тоже. Я подготовился. Повербанки взял. Повербанки. Ну, аккумуляторы переносные эти. Накопители электроэнергии. Литионные батареи. Необслуживаемые. Блядь, дурак, сука. Да. Ты туда пошел? Нет, хотел чай. На ХТЗ 172-21 сегодня Мишаня мой сосед погнал. Дядя Ваня сегодня с Вовкой просились у них там по семейным обстоятельствам. Так что работать на ХТЗ пришлось Михаилу. Ну не мне же, правильно? После такого цирка определенно я не сел бы ни за что. Погнали! Итак, 15 минут 11. Селитра Уралхимовская.
Что там интересного, Оля? Как там дядя Вить, нормально? Песочком посыпает, дорогу ходит. О, молодец, видишь какой. Этот бугорок забирает. Ага. И шлифовали. А больше нас нет никого там? Нет. Нет? Да люк пошел. Ну, все, рейсим и все. Это, а чем грузить сегодня? Краном, блядь. Мазом. С рельсов прям? Или там... С вагоном. С вагоном. Я вот там в петь не вдвоем по крепке крутил. С Андрюхой, блядь. Они такой, я с краном так сказал. Запускает по одному, блядь. Ага. По одному, блин. Ё-моё. В отпуске я сам прыгнул, я смотрю, если шейки заеду. Ну как дорога, Михаил? Охуеть. Такая нормально? Же? Получше? Не надо. Они так. Ой, давай, они так, они так. Вообще не надо, все, декара берет, все, нормально. Федор не попал. Но у него возраст все-таки как-никак. Старый стал, попадает не стал. Если так пойдет, то быстро свезем, да? Ну мы одни, видишь, они сказали, ребят, да? Хорошо. Одни больше никого. Ну а там, Коль Жучок. Ну да. Ну, ну больше никого. А тут куда заезжаешь по одному? Ну тут да. Почти ты ДТП совершил. Чуть-чуть осталось. А чуть-чуть не считается. Кто у нас? Мишка остался на ХТЗ. И будет первый рейс у нас. Серега, Афонь. Походу. Слабоват.
чемпион Ташкентской области на гонках смотат. Он же нормально, я говорю, педали поставить. Ну. Я на Жигулях тише ездил. Не, он обычно это. Сразу две скорости пропускает. То есть он через две их. Да. Конечно. Я тебя не пущу. Моя очередь, заебал. Дай покататься. Дай покататься, блядь. Сломалось. Застал. Что заебали вы? Серег сказал ему 3 рейса еще сделать, а остальным по 4. Серег там уже все подсчитал. Все вы по 3. Ромку оставили. Прикинь, сейчас Роман увел куда надо. Разок прокатнул бы туда обратно. Ну, выпрыгнул, кстати. Ага, выпрыгнешь ты, Настя. Ноги поломаешь. Ты последний рейс сейчас пойдешь? Нет, два еще. А Серёга, по-моему, последний поехал. До этого приехал, сказал, по 3 рейса стал. Не знаю, сейчас он сказал, что он последний. Ну, не знаю, как я сейчас пытаюсь девушку. Я тебе опять не поставил. Зажрать хочу. А я нет. Сейчас он пожрать. Да, макароны, котлеты, подливка. Не зря так с пакета вылазил. Федор херач, в борт уперся. Там
там грунтовку уже отпустил, да, грязная? Погрузчиком еще добавил? Только кран? Погрузчиком он грузил, наверное, все, машину. Телеги 4, наверное. Там вот маску грузил. Понятно. Не стояли у нас. Ты что там командуешь? Ребята отцепляют прицепы. Все, походу. Сейчас еще у нас несколько тракторов довезут. И будет 250 тонн здесь на площадке. И еще у нас с весны осталось где-то порядка 70, наверное, тонн там точно есть на второй базе. Примерно где-то так. Ну, не знаю, будут еще докупать, не будут. Так, конечно, это несерьезно. Что там? Ну и будет около 320 тонн. 330.
Серег, что угла хочет загнать. Пойду. Мишка приехал. Мишку бросил, прицеп в другом месте. Я с Федором с Карой автопогрузчика аккумулятор относил. Поэтому мы ничего не запечатлили. Сюда как затесался чужак. А? Чужак затесался. А, вон тот? Красный чужак затесался. Гусь свиней, товарищ. Вот он. Как-то уточка. Скруч Багдак. Уточка. Уточка. Селезень. Он проверяет, как же. Он же механизатор, а не хуй собачий. Где же бутылка? Бутылку? Опять вино пить на. Ты что, вчерашний день ищешь, что ли? На глушах, что ли? Да. Все нормально, до трех управились. Начало 4 часа вечера. Все, пока что завезли. Когда теперь, неизвестно. На этом с вами прощаюсь. До свидания. До свидания, Михаил. Ага, ауфидерзейн. И вам того же.